Звати мене Олександр Ковтун, і моя лекція сьогодні присвячена такому таємничому і цікавому питанню, як смерть. Вона буде проходити російською мовою. <кій> Собственно, лекція у нас посвячена смерті в такому соціальному да, ну, Смерть, да, ми можемо. Сразу нам приходит на ум то, что это такая вещь достаточно мистическая, достаточно таинственная. И кроме этого, нам мы задумываемся о смерти в таком физиологическом и медицинском смысле, да, как, которая смерть означает а, в таком обывательском понимании, в медицинском а, прекращении существования организма и жизнедеятельности организма. И поэтому явление достаточно сложно, и ему э, много областей знания человека э, посвящены этому вопросу. Да, мы можем э, видеть на слайде, какие науки занимаются э, смертью, в основном да, академические, в том числе и философия, но также это вопрос религии, мистики и философии неакадемической. Но мы с вами поговорим о смерти в социологическом понимании. Да? И что же значит в социологическом понимании смерть? Смерть а, прежде всего ⁇ это отношение общества и людей, и отдельной личности к смерти. Это те нормы, которые задают наше поведение около смерти. Да, и также регулирует, а, что может прозвучать достаточно странно, наши смертные практики, то есть как мы убиваем, либо как мы умираем. Да, но прежде всего хочется сегодня поговорить о том, как мы относимся к смерти, как возникает культура смерти и что она собой а, представляет. А, собственно, смерть, она культура смерти. Что мы можем сказать в первую очередь про культуру смерти? Да, что это а, система а, неких а, норм и неких представлений, которые существуют в обществе и которые задают наше отношение к смерти. И тут мы различаем две таких два пласта культурных. Прежде всего это традиционная культура и массовая, про которую чуть-чуть позже. И что значит традиционная культура смерти и, или отношение к смерти традиционно. Первая и главная идея, которая связана с традиционной культурой, это то, что культура создает систему практик, систему ценностей и норм, которые помогают нам победить смерть. Прежде всего в символическом смысле, в социальном. То есть культура позволяет обществу, даже благодаря смерти отдельной личности или группы людей выживать дальше. Что мы видим, когда умирает кто-то из близких? Мы видим, что запускается система целых, целая система обрядов. То есть это провожание мертвеца, это потом посещение мертвеца. И это мы видим на похоронах, это мы видим э, в такие дни, как, например, Проводное Воскресенье, а, Проведена неделя э, украинскую, когда родственники, то есть группа людей собирается для того, чтобы не только повидаться с умершим, но и повидаться с собой. То есть и в социальном смысле мы видим, что смерть служит для того, чтобы люди собрались. Да, то есть э, говоря более научно, чтобы группа мобилизировалась, чтобы она снова консолидировалась. Потому что когда умирает человек, родственник, все родственники, которые распорошены э, в физическом пространстве, они собираются э, на одном определенном участке и продолжают коммуницировать. Да, то есть э, группа себя актуализирует. То есть она как бы говорит символически, мы есть. Да, несмотря на то, что э, один из членов нашей группы умер. И провожание мертвеца, потом его <coughs> э, проведывание на кладбище, они служат, э, собственно, той же целью. Что такое э, мертвец на кладбище? Что такое кладбище и наше, наше прихождение на кладбище? Да, это означает, что этот человек существует. Символически он сим существует в нашей памяти и, говоря романтическим языком, существует в нашем сердце. Да, но, говоря научно, это, как сказал бы Эрик Берн, великий психолог да, 20 века, что это идеологическое выживание группы. То есть группа выживает идейно. Мы мыслим группу, так, как целостность. Поэтому, когда мы приходим к человеку на кладбище, к могиле, мы опять в кучу собираем. Нашу группу. Это работает не только на таком микроуровне, на уровне отдельной семьи или рода, но это и работает на уровне общества. Что мы можем видеть, когда в нашей стране, к сожалению, это есть, провожают погибших солдатов в зоне АТО. Да, с любых сторон. Мы видим, что собирается много людей, они становятся на колени, то есть э, существует определенный пафос профессии, пафос в смысле, я использую это слово в научном смысле, э, существует определенный пафос э, этой процессии, определенный пафос этого ритуала. Да, и такой человек, погибший в зоне АТО, он становится как бы мертвецом нации, он говорит нам символически, что вы должны держаться вместе, и группа должна консолидироваться, продолжать жить, несмотря на смерть одного человека или многих, и бороться дальше. Да? То есть таким образом общество использует смерть для того, чтобы жить дальше. Эта э, мысль также, и это утверждение, можем распространить на те случаи, когда э, смерть является социально одобряемой. Да? То есть когда группа говорит, да, что ты можешь и ты должен умереть во имя других. Такие обряды, например, существовали и у, в древние времена у японцев, у датчан, у других э, скандинавских народов. Когда группа голодала, старики, которые уже не могли приносить какую-то пользу э, обществу или своей группе, они добровольно уходили. И такие, вот этот момент э, смерти, да, социально одобряемый, э, он зафиксирован в прекрасном фильме э, «Легенда о Нараяме». Это фильм 80-х годов. То есть, что мы видим? Традиционная культура, она способствует выживанию группы. Даже когда мы говорим о религии. Да? то есть, что такое религия в традиционной культуре? Это прежде всего запрет на смерть. Когда мы говорим о такой религии, как христианство, да, Близкое на, нам и другим европейцам. То есть, существует некая культурная табу. Ты, если убьешь сам себя, ты попадешь в ад. В социальном смысле это норма, которая управляет нашим поведением. То есть мы не можем просто так себя убить. Что происходит в массовой культуре? Здесь отношение к смерти совсем уже меняется. Следующий слайд, пожалуйста. И я расскажу, как меняется отношение на таком одном из механизмов, который характерен для традиционной культуры, э, который также позволяет либо выжить, либо наоборот. Вы видите здесь цитату из э, романа «Черный обелиск» Эриха Марии Ремарка, которую часто приписывают Иосифу Сталину. Да? Но, но видно, всегда так бывает. Смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов, только статистика. Да, эта фраза она, э, достаточно емкая и в научном смысле тоже достаточно емкая. Э, и она нам характеризует такой э, специфический механизм, как рутинизация. Э, коротко, рутинизация. Рутинизация мы можем сказать простыми словами, когда смерть становится привычной, когда смерть становится обыденной чтобы показать, на например, да, когда мы говорили про обряды, э, связанные со смертью, провожание мертвеца, когда мы даже можем вспомнить э, похоронные игры, например, э, такая игра ⁇ Жмурки ⁇ это уже модификация от начальной э, игры э, похоронной, которая была призвана высмеять смерть и символически от нее убежать. Да, то есть мы видим, что... Э, Такое отношение к смерти, оно ломает обыденный порядок жизни. Но бывают такие ситуации, когда смерть становится обыденностью. А, как смерть становится обыденностью? Да, она в первую очередь из-за учащения резкого учащения контактов со смертью и с трупами, и с а, образами смерти. Очень простой пример, когда Ветераны Великой Отечественной войны иногда говорят, к смерти привыкаешь. Да? И к смерти друзей тоже привыкаешь, когда мы видим очень много э, смертей. А мы знаем, что каждый день у нас э, умирают много детей от э, болезней. Гибнут полицейские, э, гибнут пожарники и так далее. Да? То есть каждый, каждый день общество сталкивается с большим количеством смертей. Но у нас нет такого. Такой реакции эмоциональной, как э, на смерть нерутинизированную, которая ломает наш порядок жизни, как, э, например, на смерть родственника, близкого. Да? То есть, и это не значит, что человек плохой. Это значит то, что существует некий механизм э, защиты коллективного сознания, чтобы мы преодолевали смерть прежде всего психологически. Да? Потому что э, мировая скорбь — это э, непосильная ноша для обычного человека. Поэтому, чтобы общество продолжало эффективно существовать, э, такой механизм рутинизации смерти, он помогает нам перенести, то есть убрать э, лишние, скажем, эмоции переживания смерти. И тут э, хотелось бы дать оценку этому механизму, потому что в традиционной культуре ми, мы видим, что традиционная культура, она функциональна. Что это значит? Что она помогает справиться со смертью помогает группе жить дальше. Но все немножко меняется, когда мы говорим о современной массовой культуре. И что такое массовая культура сегодня? Она связана со смертью прежде всего. Мы сразу вспоминаем популярные кинофильмы, популярные телесериалы. Мы видим там, что массовые убийства ⁇ это обязательный художественный прием для того, чтобы кинофильм или мультфильм да, такое тоже есть, был зрелищным, а значит, кассовым. Поэтому такая рутинизация, она тоже существует в массовой культуре. Но есть еще и другой пласт культуры уже в массовой культуре. Да, когда рутинизация смерти, она уже уничтожает вот эти барьеры, которые существуют. Психологии отдельного человека и группы между жизнью и смертью, а, между а, барьеры на границе жизни и смерти. Возвращаемся к традиционной культуре, и мы видим, что человек не мог просто так убить себя. Ему либо позволяли это сделать, либо очень жестко запрещали. А, когда мы смотрим на массовую культуру современную, мы видим э, некий такой пласт произведений искусства массового, который немножко эту ситуацию меняет. Да, вспомним популярные, например, кинофильмы, популярные мультфильмы детские, в том числе, например, э, «Франкин Винни», да, где герой — это мертвая собачка. Э, вспоминаем «Труп невесты», где главный герой — еще и попадает э, в мир мертвых, и там в определенной ситуации понимает, что ему даже здесь лучше, чем э, в мире живых. Мы вспоминаем э, мультфильм «Монстр э, Хай», такой популярный среди наших детей. Но главные персонажи — это мертвые девочки. То есть, да, возникает вопрос, почему э, дети соприкасаются с культурой смерти, такой достаточно агрессивной. И главный вопрос даже не в этом, а какие последствия имеет это соприкосновение. А последствия очень даже э, простое. Если традиционная культура ставила барьеры, массовая культура их снимает. Да, то есть мы видим образы, которые совмещают в себе и мертвое, и живое популярный образ зомби или вампир. Это существа, которые существуют рядом с нами, которые существуют э, на экране или на мониторе, куда смотрит ребенок, и совмещают в себе жизнь и смерть. Как совмещают? Они нормально функционируют, они разговаривают, они что-то делают, они вступают в коммуникацию. Ну, то есть э, смерть существует как бы в пограничном районе. Если мы вспомним такой другой мультик про привидение про Каспера, да, то там Каспер сожалеет о том, что он мертвый. Потому что ему многое недоступно. Это совсем другой пример культуры, да, которая наоборот ставит барьер, что быть мертвым это плохо. Такие же мультфильмы они э, создают видимость того, что это как бы никак. Быть мертвым и быть живым это одно и то же. А, и тут э, снова возникает вопрос, почему так происходит? Да? И что делать немножко? Да, поп попозже. Хорошо. Вопрос, что делать, чтобы оградить э, себя и в том числе и детей от э, такого негативного соприкосновения со смертью. Да? То есть такую рутинизацию мы можем назвать негативной. То есть она снимает барьеры между жизнью и смертью. Она не ставит их. Поэтому первый вопрос и первое, что мы должны делать, это держать границу. Да, символически держать границу. Объяснить, что быть живым и быть мертвым ⁇ это не одно и то же. Что не существует таких существ, которые могут совмещать в себе и то, и другое. Что это разные вещи. И такие, например, праздники популярные, и сегодня, как Хэллоуин традиционной культуре они выполняли как раз эту функцию они на контрасте с обыденной жизнью должны были показать что существует жизнь мертвых и мир мертвых и он совсем другой чем мир живых и это принципиальная разница а, собственно да вы видите другой вопрос социальное регулирование вины почему он возникает почему собственно возникает вообще идея этой лекции да, о такой теме. Она возникает из э, такого простого, непростого, не страшного происшествия, которое было в нашем обществе. Да, это открытие групп смерти, э, которые способствовали тому, что многие подростки э, себя убивали да, или пытались это сделать. Э, и что мы видели? Да, когда, если мы присмотримся к этому явлению, к группе смерти, во-первых, мы увидим, что там происходит рутинизация смерти. Если мы посмотрим, какие задания там были, это интенсивное просматривание э, фильмов, демонстрирующих э, сцены насилия и смерти и так далее. Так, то, то есть привыкание человека, в конкретном случае подростка, к тому, что он будет мертвый или к смерти, к роли мертвого. Когда мы посмотрим на массовую культуру, мы увидим, что принцип действует на большую аудиторию тот же самый, только у нас временной континуум намного больше. Да? Мы не каждый день смотрим э, по 10 часов подряд э, ужастики и фильмы с массовыми смертями. Да? Но мы знаем, что эти фильмы регулярно выходят. И сцены эти то также регулярные и массовые. То есть принцип действует тот же самый, только привыкание к смерти у нас уже происходит, хоть и дол дольше, но для всего общества. И когда открывались эти группы смерти, да, у нас стал вопрос вины, кто виноват. А, сразу нашли организаторов, и была версия, что это также подстроила всем известная страна, всем известные э спецслужбы. Да, то есть в нашем патриархальном украинском обществе мы сразу сняли с себя вину. Мы нашли того, кто все это затеял. Но мы не задали себе вопрос, а не виноваты ли родители, не виноваты ли общество в целом, которое продуцирует культуру, которая снимает барьеры между жизнью и смертью. Да, не виноваты ли общество, которое больше не создает культурных табу, которое больше не регулирует э, девятное поведение и поведение смертной практики своих членов. А, так, к сожалению, происходит. А мы видим, что общество перестало регулировать, что смерть сегодня в массовой культуре это не просто рутинизация, это не просто образы, это еще и объект нашего потребления. То есть мы покупаем смерть. Каким образом? Мы знаем, что вокруг этих мультиков и этих мультфильмов возникает целая индустрия одежды, игрушек и так далее. Да, я могу даже специально принес такой реквизит, продемонстрировать. Результат работы этой индустрии. А, это шапочка с персонажем мультфильма Монстр Хай. И на этой шапочке изображена мертвая девочка. А, как вы догадались. То есть мы не просто смотрим на смерть, мы приходим и покупаем ее. Мы идем в кино, мы покупаем шапочку нашему ребенку и так далее. Ну, Это уже особенности рыночной экономики современной. Так что а, вина, она также регулируется социальными нормами. Если мы посмотрим на наше общество патриархальное, мы всегда знаем, что у нас есть виноват. Когда мы смотрим на развитые гражданские общества, мы видим, что вина всегда коллективная. Что такое гражданское общество? Это коллективность, ответственности и чувство вины, да, что мы все что-то не так сделали. Не извините, спецслужба другого государства, а я как родитель. Да, или я как член общества, который закрывает глаза на э, такие вещи. Ну и в завершении лекции, она такая немножко мрачноватая, хочется ее завершить словами нашего великого украинского режиссера и актера Леонида Быкова из известного кинофильма ⁇ Будем жить ⁇ Спасибо. Саша? Спасибо за лекцию, очень информативная, много размышлений. Попытаюсь э, лаконично э, задать свой вопрос. Он немножко э, такой глобальный и на шаг назад, я думаю, про группы смерти спросит кто-то другой. Я хотел спросить э, вот о чем. Э, э, ты говорил в начале, что есть еще такое отношение как к ритуальным убийствам, да, и к смерти э, чужих, вот. И идея. Э, разделение общества да, на своих и чужих, когда насилие и смертельное насилие в том числе, оно отправляется наружу как бы, э, социальной группы. Это большой вопрос в глобальном обществе, потому что как бы, мы все стали, стали одним обществом. Вот, и как ты видишь как бы, Движение к группу, к, ми, к глобальной культуре, в которой возникает вот идея того, что все человечество это есть одно внутреннее и вот войны и все такое это ну вот в этом направлении. не знаю, Илья, я содержательно зал вопрос угу. а, ну я попытаюсь ответить да ну во-первых я отвечу как как ответил бы марксист Почему возникают, собственно, войны в глобальном масштабе? Почему люди, скажем так, ссорятся и убивают друг друга? Вопрос заключается в борьбе за ресурсы в первую очередь. То есть мы видим, что в нашем мире происходит борьба за ресурсы, за разные ресурсы: экономические, финансовые, за полезные ископаемые, за территории, за влияние на территории и так далее. И вокруг этого также возникают разные идеологии, да, которые нас э, стимулируют для того, чтобы убить или не убить, пойти на войну или не пойти на войну. Поэтому э, ответ, я думаю, кроется вот здесь. Если мы уберем вот какую-то переменную из этого уравнения, да, то, например, борьбу за ресурсы, э, уберется и другое уравнение. Другая переменная, да, идеология, возник, которая стимулирует нас к убийствам и к войнам. Потому что ни одна война не обходится без идеологии. Да, мы знаем, что в Украине есть своя идеология. Россия воюет с нами или ну, по одной из версий. Да, тоже на основе своей идеологии. И другие страны тоже воюют э, на основе своей идеологии. Это как раз пример того, как э, практика смерти регулируется социально и идеологически. Да? Но идеология, опять же, как сказали бы марксисты, она всегда возникает, она всегда есть надстройка. Для нее всегда есть первичный фактор, который ее продуцирует эту идеологию. Еще коротенький комментарий по поводу этого сказания. То есть а, единственная переменная, которую я вижу, которую можно реально изменить, это а, действительно ресурсы, и когда мы перейдем из экономики дефицита к экономике а, достатка, и, и когда Энергоресурсы будут доступны всем благодаря там, ну, тем же самым технологиям. Это идеология надстройка будет уже другая в таком обществе. Хочется в это верить. Ну да, и надо прикладывать усилия тоже. Конечно. Роль Спасибо. личности в истории никто не отменял. Спасибо за такую интересную поднятую тему то что виноват каждый член общества и несет какую-то ответственность это понятно то что есть идеология которая заставляет людей убивать друг друга это понятно но я думаю у вас есть какое-то точное мнение кому это все надо то есть если не говорить о конкретной войне а рутинизация смерти идеология смерти индустрия кому на ваше помог по вашему мнению это нужно ну но... в Я честно признаюсь, у меня нет э, исчерпывающего ответа. У меня есть э, версия. И, может, она, скажем так, упрощает проблему, но я, опять же, э, хочу вернуться все-таки к борьбе за ресурсы и к экономике. Да, то есть, э, шапочка. Шапочка ⁇ это пример того, как экономика работает для э, смерти, в том числе. Да? Мы, мы покупаем. То есть тот, кто э, создал шапочку, тот, кто создал мультфильм, кинофильм, сделал его популярным, он получил за это деньги. И все остальное также базируется на э, экономических предпосылках. Но есть, конечно, э, и другая сторона проблемы, да, чисто психологическая. Э, смерть э, – это также естественно для человека, как и жизнь. Да, психоаналитики вы сказали, что э, есть Специальный инстинкт в человеке, которого Фрейд назвал тонатосом. Да, это естественное, природное стремление человека э, к смерти. И этот тонатос, он э, обычно имеет два вектора. Либо на самого себя, либо на других. То есть на самого себя, как это проявляется. Человек пьет, он наркоман, он занимается практически самоуничтожением. Да, когда тонатос направлен на других. Это может проявляться в агрессии и в крайних э, формах в убийстве. Да, то есть мы психологическую вот эту сторону тоже э, нужно принимать во внимание. А кому это надо, тем, кто борется за ресурсы, опять же, я не претендую на исчерпывающий ответ. Это, опять же, одна, один из аспектов этого ответа. А, но нужно копаться дальше. Я честно признаюсь, что я не могу вам точно сказать, кто это сделал. Потому что кто виноват и кому это надо, это главный вопрос социологии. Да? Социолог э, не меряет рейтинг. Он задает себе вопрос, почему это явление существует и кто его создает. Потому что любое явление в мире человека создает человек. И никто другой. Поэтому нужно продолжать искать. Спасибо за вопрос. Буду продолжать искать тоже лично. И вот э, возникает опять второй вопрос, о котором я давно думал, что есть у нас школа, заально светняя школа, которая ну, вопросы смерти даже в не касается, а эту функцию на себя взяла почему-то церковь. И вот ваша позиция, как на Украины, все-таки громадянский э, стосовно смерти, яку повинна занять позицию, ваши какие-то ну, конкретные пропозиции? Конкретні пропозиції. Ну, по-перше, церква не перебирала на себе функції школи. Це функція церкви традиційна. Так? Тому що церква виникла раніше школи. Так? Тому чому я казав про традиційну культуру і релігію? Так, це функція. Церкви завжди була. Потім школа повинна перебрати на себе функцію церкви, так? але в очищеній формі від релігії, так? тому що ми живемо у сучасному суспільстві, не у середньовічному. Мої пропозиції це, по-перше, увага батьків до своїх дітей. По-друге, це просвітництво батьків. Так? Тому що психологи, наприклад, давно встановили досить чіткий зв'язок між сценами насилля і потім реальною поведінкою дитини. Так? Але багато батьків вони цього не знають. Але біда не в тому, що батьки не знають, а біда в тому, що вони не хочуть знати. Так? Тому школа повинна бути в першу чергу для батьків. Так? Тому що культура людини особистості. і... Первинні етапи соціалізації вони починаються в сім'ї. І там все повинно починатися. І відповідальність батьків це потрібно прививати відповідальність батьківства. Так? Не тільки забезпечити дитину матеріально, але й духовно так, і так далі. І, по-друге, це поширення знань, так? поширення нехай у доступній формі. Для батьків, які не, не володіють спеціальною науковою мовою, яким буде важко. Так? Це просвітництво сьогодні. І хто цим повинен займатись? Ну, по-перше, громадянське суспільство, так? тому що це наші діти, це наші підлітки і це ми. По-друге, держава. Така моя відповідь.